Привлечь детей к спорту и здоровому образу жизни, выявить новые таланты – это «Газпром детям». В рамках данной программы 24 ноября торжественно откроется 13-й международный юношеский турнир по боксу памяти Владислава Стрижева, первого генерального директора предприятия «Надымских газодобытчиков». О том, как развивается данный вид спорта, мы поговорим с гостем нашей студии. Это тренер по боксу Алексей Воробьев. Здравствуйте. Добрый день. Как вы думаете, почему не ослабевает интерес к этому турниру? Ну, во-первых, у нас с каждым годом все больше приезжают ребята и девчонок на турнир. География турнира растет. В этом году будут новые страны приедут. Сербия, Испания, и Соединенные Штаты Америки и Германия. И дети общаются, знакомятся друг с другом. И растет уровень мастерства, соответственно, с этим. Угу. Ваша воспитанница Саида Гамидова, двукратная чемпионка мира по боксу. Вот как вы думаете, эта статусность добавляет мероприятию? Да, у нас женский бокс, как говорится, развивается семимильными шагами. Угу. Да, и много очень девочек после того, как Саида начала показывать такие высокие результаты, очень большое количество девчонок пришло записываться в секцию бокса. И те же самые мальчишки, как бы вроде бы раньше считался, что бокс – это мужской вид спорта. А Саида начала показывать результаты такие, и ребята с большим еще энтузиазмом и интересом начали готовиться. Вот как это так? Девочка превзошла мальчиков. И еще больше интерес. Мы в этом году даже команду выставляем больше, чем в том году. Угу. Ну и на ваш взгляд, какова главная задача турнира? Ну, во-первых, это то же самое же общение, повышение уровня мастерства. Приезжают такие великие чемпионы, они знакомятся, получают какие-то советы, наставления на будущее. Это большой очень вклад не только для развития бокса, но и вообще для развития спорта и для того, что дети не деградируются, а общаются, и мы их с улицы вытаскиваем. Угу. Дети людьми становятся. Спасибо, до новых встреч.